Ах! Что вы так испугались, сударыня? Нет, я не испугалась. Я маменьку искала. Вы маменьку искали? И вам, наверное, помешало заниматься важными делами. Но мне куда важнее честь вам этот стульчик преподнесть. Хотя подобных вам персон сажать бы надобно на трон. Сажать бы надобно на трон. Нет права, я должна идти. Как вы приятно говорите. Вы напишите мне каких-нибудь стихов. Извольте, я готов. О, такой малыш кудрявый, с метким луком и стрелой, и с улыбкою лукавой, так и бьется надо мной. Мой куплет, ваш ответ. Мальчик с луком и стрелою, это верно, поговор. Тот лишается покою, от кого стреляет, ну. Мой ответ, ваш куплет. Этот юный греховодник мне попал не в бровь, а в глаз. Я желаю, чтоб негодник поразил стрелой вас. Мой куплет, ваш ответ. Для чего же это надо мое сердце поразить? Мой ответ, ваш куплет. Чтобы всякую преграду между нами устранить. Ну, а теперь попробуйте сами. Вот у окошка милая дева тихо сидит, чего-то ждет. И она слышит, как то и дело, голос приятный ей поет. Милая дева там за рекою, словно ковер зеленый луг. А на лугу надо, на зеленом ждет она милый друг. Он тебя ждет и надеется, милая девица, что возле речки пусто. Ах, наконец-то соединятся руки и взоры и уста. Рекой зеленый луг. Там меня ждет мой милый друг, чтобы навеки до конца соединились наши сердца. Мне приятны эти речи, но в душе признаюсь, долгожданной этой встречи не желаю и боюсь. То ли дело осторожно, кто-то шепчет на ушко. Счастье в жизни невозможно, обмануться так легко. Обмануться, ах, для чего же легко? Милая дева, как ты хотела, как ты ждала любви. И вот время настало, сердце запело, эта любовь тебя зовет. А ты в испуге ломаешь руки, что же мне делать, как мне быть? Но ты одно пойми, что без любви лучше на свете не жить. Боже мой, как это трудно, как это чудно, как ты драконно шагнул через край. Либо споткнешься и разобьешься, либо как птица лети и летай. Как это трудно, как это чудно, как это драконно и нелегко. Либо споткнешься и разобьешься, либо как птица лети и зеленый луг, там меня ждет мой милый друг. Птица, не бойся, лети, лети, нам вот теперь куда уйти, нам вот теперь куда не уйти. Мадам, ей-ей, мы рады вам. Поди прочь отсюда и не смей показываться мне на глаза. Я, однако, ему понравилась. Ах, вы такой!
ужасно опасны. От вас все женщины трепетать должны. Я знаю, я женщина. Она готова на все.